أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наши уроки, посвященные вопросам идеологии. И очень коротко напомню о том, что мы говорили о важности и обязательности изучения этих вопросов, вопросов идеологии, вопросов убеждений, и также необходимости и важности изучения этих вопросов на основании доводов и доказательств. И также мы говорили, что этими доводами и доказательствами являются два источника, два важнейших источника, а именно откровение. Что из себя представляет откровение? Откровение, в первую очередь, это книга Бога. И на основании книги Бога это откровением также являются слова посланника Бога, в частности, слова его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям. Потому что в священном Коране сказано: «Вама янтику анил хава ин хуа илля вахьюн юха», что его светлость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, ничего не говорит по своему желанию. Все, что он говорит, есть ничто иное, кроме как откровения. То есть все сказанное посланником Аллаха является откровением. И даже более того, его действия, его поступки, его образ жизни, его молчание, его согласие с чем-либо, с какими-либо действиями или с какими-либо словами, все это также является частью откровения. И даже более того, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, по приказу Всевышнего оставил после себя 12 наместников, 12 халифов. И это те люди, о которых в самом священном Коране, в Откровении сказано «Улюль-Амр» – обладатели власти, обладатели дела, к которым сам священный Коран призывает подчиняться. Таким образом, откровением является священный Коран, слова и действия посланника Аллаха и слова и действия 12 его наместников, согласно священному Корану. Это первый источник откровения, это первый источник убеждений, на которых должен основывать свои взгляды каждый верующий, каждый мусульманин. И вторым источником убеждений, наряду с откровением, является разум. Разум, который так же, как и откровение, безгрешно, безошибочно. Разум, как таковой, безгрешен. Именно поэтому мы здесь имеем дело с двумя непорочными. Это внешний непорочный в лице откровения и его носителей, истинных носителей. Так как в священном Коране сказано: «Баль хуа айятун байинатун фи судури ладина утуль илм», что Коран, что откровение, ниспосылаемое от Бога, это знамение в сердцах тех, кому даровано знание. А знание даровано посланнику Аллаха, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, и 12 его наместникам. Эти люди и это откровение, книга Бога, являются внешними непорочными. Но у человека также есть и внутренний непорочный, коим является разум. Таким образом, человек руководствуется и руководителями, и указателями пути для человека имеются как внутренний путеводитель, так и внешний путеводитель. Внутренним путеводителем является его собственный разум, с помощью которого он может оценивать ту или иную информацию, те или иные данные, и выводить из этих данных, из этих информаций верные результаты. Это внутренний пророк, внутренний его наставник. И внешний наставник – это откровение и носители, истинные носители откровения. Еще один вопрос, которого также необходимо коснуться, это вопрос о том, что означает основа
веры. Дело в том, что это выражение, это словосочетание «основа веры», или же на арабском языке «усулюддин», это словосочетание имеет несколько разные значения. И необходимо разобраться с этими разными значениями, дабы вы в будущем не путали те вопросы, которые мы изучаем, именно вопрос убеждений, вопрос идеологии, то есть то, во что необходимо верить, с теми вопросами, которые вкладываются в это же самое слово, то есть основу убеждений, но имеют отличное от убеждений и идеологии значение. Дело в том, что основа веры используется в двух разных значениях. Первое значение – это как раз те вопросы, которые мы разбираем. То есть это вопрос идеологии, вопрос убеждений. То, во что необходимо верить. То, во что мы должны верить. То, что является истиной. Это одно из значений слова «основа веры», «основа убеждений». Противоположностью основ веры в этом значении являются второстепенные вопросы религии, второстепенные вопросы веры, коими являются вопросы шариата. Мы говорили об этих вопросах ранее, то есть это вопросы практики, религиозной практики. То есть если основа веры в этом значении – это те вопросы, относительно которых каждый мусульманин должен иметь убеждение, то есть это то, во что необходимо ему верить, то второстепенные вопросы веры – это те действия, которые он должен совершить или же должен отстраняться от них, не должен их совершать. Но у основ веры имеется и другое значение, совершенно отличное от, возможно, чем-то схожее, но отличное от первого значения. Основа веры также используется для обозначения тех вопросов, которые играют роль в том, является ли человек мусульманином или он перестает быть мусульманином. Таким образом, основами веры являются те вопросы, в которых каждый мусульманин должен быть убежден. То есть это те вопросы, отказ от которых, те убеждения, отказ от которых делает, выводит человека из ислама. Таким образом, человек перестает быть мусульманином. И как следствие, чтобы быть мусульманином, каждый человек должен быть убежден в этих вопросах, вопросах основ веры. И что это за вопросы? Как они отличаются от всех остальных убеждений? Потому что основа веры в первом значении, а именно в значении убеждений и взглядов, это намного более широкий круг вопросов, нежели основа веры во втором значении. То есть в том значении, что основой веры являются те вопросы, которые делают мусульманина мусульманином. Чем они отличаются? Каковы критерии отличий основ веры от первого, в первом значении от основ веры во втором значении? Дело в том, что основа веры во втором значении – это очевидные вопросы убеждений. И не только убеждений, но и вопросы религиозной практики. Например, каждому человеку совершенно очевидно, что ислам исповедует единобожие, монотеизм, что единство Бога является основой ислама. И для этого понимания не нужно быть и нет необходимости в том, чтобы человек был исследователем, был профессором, был теологом. Каждый человек прекрасно знает о том, каждый мусульманин прекрасно знает о том, что монотеизм – это основа ислама. Таким образом, очевидность – вот критерий, который делает тот или иной вопрос основой веры. Но дело в том, что не только идеологические вопросы являются основами веры в этом значении, но и практические вопросы являются основами веры. Например, совершение пятикратной молитвы. Из-за того, что этот вопрос очевиден, то есть каждый человек, каждый мусульманин
Каждый человек, который захочет, который решит поинтересоваться, придет к выводу о том, что пятикратная молитва является обязанностью каждого мусульманина. Таким образом, несмотря на то, что это вопрос практики, а не убеждений, это вопрос основ веры. А значит, это очевидный вопрос. То есть, это вопрос основ веры из-за того, что это очевидно. То есть, очевидность – это критерий основы веры. И как следствие, отказ от этих вопросов, отрицание этих вопросов приводит к выходу человека из ислама, и человек перестает быть мусульманином. Например, если человек будет утверждать, что с точки зрения ислама у Бога имеется соучастник, то этот человек выходит из ислама. Или же, если человек будет утверждать, что пятикратная молитва не обязательна для мусульманина, то этот человек за это утверждение, из-за этих утверждений перестает быть мусульманином. То есть основа веры во втором значении – это те вопросы, которые являются очевидными, и как следствие их отрицание приводит к выходу человека из ислама. И в противовес, противостояние, в противоположность основам веры в этом значении у нас имеются неочевидные вопросы. Те вопросы, которые не являются очевидными, вне зависимости от того, они являются вопросами практики или же являются вопросами убеждений. Порой вопросы убеждений могут быть неочевидными. Неочевидными для всех мусульман, для всего мусульманского общества. Могут быть неочевидными ни для кого, но могут быть и очевидными для определенной группы мусульман. Например, вопрос религиозного руководства, вопрос имамата, несмотря на то, что является вопросом убеждений, вопросом о том, во что верить, несмотря на это неочевидный. Это не основа веры во втором значении, так как это неочевидный вопрос для всего мусульманского общества. Но при этом он является очевидным для определенной группы мусульман, а именно для имамитов. Для шиитов-имамитов этот вопрос очевиден. Поэтому этот вопрос имамата и подобные ему вопросы, они являются не основами ислама, не основами религии, а основами течения какого-либо, или же основами мазхаба. Именно поэтому отрицание подобных вопросов выводит человека из этого мазхаба, но не выводит человека из религии в общем, из ислама в общем. Таким образом, мы основы религии, основу веры используем в двух разных значениях. Первое значение – это любой вопрос, который касается убеждения, который касается взглядов. Этих вопросов огромнейшее множество. Этих вопросов огромнейшее множество, но несмотря на это, для удобства они классифицированы пятью категориями. Во-первых, в первую очередь, это вопросы, касающиеся Бога и его атрибутов. Во вторую очередь, это вопросы, касающиеся справедливости Бога. Так как справедливость Бога, несмотря на то, что является одним из атрибутов Бога и может подпадать в первую категорию, но по причине того, что справедливость Бога всегда была вопросом разногласий, его вывели в отдельную категорию. В третью очередь это вопросы пророчества, вопросы имамата и, наконец, вопросы загробного мира. Но этим вопросы не ограничиваются. Вопросы убеждений, вопросы взглядов безграничны, их огромное множество. И второе значение слова, словосочетание основы веры – это очевидные вопросы религии и ислам, вне зависимости от того, являются ли они вопросами практики или вопросами взглядов и убеждений. Отказ
отрицание которых выводит человека из ислама. На этом все. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.